Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть в Shadow Fight 2. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Special Edition, хотел сказать. Что-то не вставил, что-то не сказал. Друзья, как вы знаете, мы с тобой наконец-то официально прошли Shadow Fight 2 обычную в плане рейдов. Да, наконец-то последний рейд был, но на самом деле, ребята, не совсем он последний, так как, ребята... Скоро будет Хэллоуин, а там будет ивент, где мы можем раздобыть крутые серпы и также сет ведьмы. Поэтому, пацаны, мы 100% вернемся. Спасибо вам огромное за 3000 лайкосиков на предыдущем видео. Спасибо вам огромное, вы всегда, блин, ставите, очень-очень мне приятно. В общем... Ребят, а что еще также интересного? Ну, конечно же, обычно еще будет, потому что там Мэй на затмении и Титан на затмении. И, ребята, немножечко подождите. Я просто, на самом деле, пока не решаюсь на нее идти, потому что я понимаю, что это сложно, сложно. Некоторые там вроде как говорили, что можно на полузатмении пройти с помощью, ну, типа баг. Там быстро надо как-то нажимать, и, в общем, Мэй можно так победить. А считается она как бы не на затмении, но называют полузатмением. Затмение. В общем, пипец. Ладно, пацаны, берите вкусняшки. Мы с тобой продолжаем. И сегодня история сенсея, конечно же. Конечно же, мы... Так, невозможно. А, дядь, конечно, мы с тобой должны пройти быстренько турнирчик и испытание. Точно, точно, точно. То есть, прикинь, мы даже тут не допрошли, а спокойно победили. Мясника, молодого мясника. Так, все, начинаем, начинаем, дядь. Все, погнали. Также, ребята, ожидайте через неделю вектор. Он обязательно будет. Это игрушка от разработчиков Shadow Fight 2. Мы обязательно с тобой посмотрим. Сегодня я хочу записать Soul Knight. Может, вы знаете, что это за игра. В общем, я капец, сколько много на самом деле игрушек. Хочу поиграть очень-очень много. Мне также мне советуют, пипец, вот в каждом видосике что-нибудь новенькое. И время, самое важное время. Иногда выходит очень поздно видос, то есть ты сейчас смотришь, я тебе пожелал приятного аппетита. На самом деле время сколько? Правильно, 2 часа ночи. И ты такой, типа, что? Ну вот так вот получается. Все, отлично, мы победили. Хоть как-то на самом деле жестко было, да? Так, безумно, нормально пойдет. Я, правда, что-то не особо, видимо, прокачан. Старый добрый папуас вернулся. Сколько лет, блин, сколько зим, до сих пор не прокачиваю. Вообще, что магию, что, блин, как сказать? Да, что метательное оружие не прокачивал в обычной части. Пофиг, здесь то же самое. Ладно, окей. В Shadow Fight 3 говорят, что, возможно, скоро добавят рейды. Там что-то интересное. То есть, как минимум, слушайте, наверное... Года еще 3 и не выйдет новой части Shadow Fight. Ну, я имею в виду Shadow Fight 4. Знаменитость. Вообще, по идее, мой друг, я тебе кое-что сейчас расскажу. Кое-что такое интересненькое. Смотри. Есть, например, фильмики, да? Давай на испытание пойдем. В этом бою ты можешь драться только ногами. Окей, хорошо. Есть фильмы, ребята. Ну, там всякие серии фильмов, к примеру... Какой, к примеру, фильм-то назвать? Я не знаю, ребята, мне почему-то в голову даже не фильм, а мультфильм, блин, почему-то. Про Шрека. Вот я помню, первая часть Шрека, какая она офигенная была. Вторая часть очень-очень даже неплохая. Третья, ну, нормально. Четвертая... В общем, хуже и хуже, имеется в виду. Все идет. Чистые руки. Ля, я даже не заработал этой ачивкой, оказывается. Раньше. Вот. Хочу провести аналогию в плане игр, ребятки. То, что есть, например, растение против зомби. Первая часть офигенная, крутая. Вторая, ну, неплохая. Третья, ну, что-то такое. И вот я вот прям на четвертую думаю, какая же будет четвертая. Надеюсь, хорошая. И тут вот то же самое, Shadow Fight 1. Ладно, он был ВКонтакте или в Фейсбуке он был, ребята, я что-то даже не помню. В общем, ну такое, да, по-моему, ВКонтакте. Вторая часть офигенная, просто супер. Третья, ну такая, а вот четвертая... Я боюсь, что четвертые части будут вот такими, но...
очень надеюсь, что и «Растение против зомби», и «Shadow Fight» будет вот именно четвертую часть. Вот прям разработчики такие подумают, посидят, типа, не-не, вот это что-то не то, не в ту степь мы как-то уехали, надо к корням немного вернуться, и это будет здоровски, это будет супер. Я не знаю, могу даже провести пример с Need for Speed. Вот самые офигенные были старые, согласись, вот эти Most Wanted. Это уже просто кайф был, ребята. Потому что самое прикольное, когда за тобой... О, а тут всего один раунд, смотри-ка. Здорово. Так, сейчас попью. Только в голову, нифига. Утёс. Так вот, Most Wanted, там круто было, копы были, а потом хопа, и тут Pro Street появился. Ну, Undercover как-то, я не знаю, почему Undercover не зашел, а потом Pro Street, и там типа легальные гонки, и всем как-то стало, ну, так. Но потом же они одумались, правда, сколько еще частей там выходило. И там вышел вот Need for Speed 2015, потом вот тоже недавно еще один Need for Speed выходил, очень хороший, прям клевый. Прям... Ну, после Need for Speed 2015 там вышел еще один не очень хороший. Так что я надеюсь, реально, я очень надеюсь, что... Не забывай, что ты выиграл не все предыдущие, да, я это знаю. Так, погоди, пожалуйста, я хочу, смотри-ка, все при нанесении, вот, первый удар в бою, я очень хочу прям это прокачать. Так, давай, выиграй бой, победи всех телохранителей, демона, выиграй турнир. Блин, офигеть, мы сколько уже, я даже, извините, пожалуйста, что-то не особо-то фармлю, но в следующей серии-то обязательно надо. А, я последнюю не прошел, пока как-то, хотя, погоди, а что невозможно-то? Потому что нифига не купил ты, папуас. А что же тут невозможно? Короче, мы можем боли паника улучшить. Но это прям вообще будет супер. Так. Ох, да. Мы обязательно это купим. Я это уже прям вижу, как мы... Так, это на 20-м. На 20-м уровне, на следующем. Ну вот как раз, давай, вот так вот делаем. Так. Сколько у нас денежек? Ну, нормально остается. Так, что там у нас? Давай вот этот вот купим. Маска убийцы. Как умерить? Ассасин. Железный шлем. Давай его. Так, хорошо, быстренько. Смотри, как мы раз. Так, что у нас вообще продается? Смотри-ка, лезвие звезд. Блин, почему они? Они прям супер дорогие прям. А вот чакрам? Ну... Че, может его тогда купим, ребята? Он что-то как-то прям... А что насчет магии? Блин, это супер, офигеть! Супер осколок вечного льда, блин! Как это круто выглядит, ребята! Прям мне нравится. Так, темный взрыв. Ну пусть пока такое будет. Мы с тобой вот это возьмем. Так, нет. Это я не хочу брать. Спасибо огромное. Мы без доната как-то обойдемся. Так, испытание, турнирчик. Легко, все. Отправляемся, ребята. Так. Тень против мангуста. Хочется веера вот эти вот попробовать. Я на рейдах ходил с веерами. Блин, они прикольные, но если их зачаровать только, то там восстановление ХП. Так. Все-таки придется пока что походить с нашими дорогими... Ну как, блин, придется? Мне очень нравится с ними ходить. Посмотри на эти серпы. В общем, ребята, вот сегодня-то мы с тобой пообсуждали немножечко. Ух, вообще супер просто. Уделываем их. Сзади заставка, как будто Windows XP. Чем-то напоминает. В общем, будем надеяться. Ну, Shadow Fight Arena... Shadow Fight Arena, конечно, она прикольная, но вот там за троих можно, за троих бойцов. Это очень напоминает мне Mortal Kombat, по-моему, там такая штука есть. Я, ребята, прям, на самом деле, у меня немного горит в плане... Так, понятно. Хочется, конечно, быть профессиональным игроком, но прям вообще не получается. Все-таки не особо я, видимо, стараюсь. Хочется, действительно, но... Это прям
Как не посмотришь, блин, все, вообще все лучше меня играют. А про Mortal Kombat я не знаю. Я самое удивительное, вот я раньше вот с друзьями мы играли, и я лучше всех Mortal Kombat играл. Потом, да блин, Street Fight тоже клевая игрушка. Что я делал? Я просто нажимал все подряд, и это работало, понимаешь? Это работало. Ставь лайк, если ты такой же попуэс, блин. Но на самом деле много братишек, которые вот знают, что нажимать. Ну, в этой-то игре ладно. А вот тот же самый Mortal Kombat, где очень много приемов всяких различных. Там, конечно, прям это... Так. Тихо-тихо-тихо-тихо. Карманник, погоди, не кармань. Не кармань. Прикинь, если бы мы с тобой летсплей записали на первую часть. Прикинь, ты бы удивился. Кстати, интересно, а так если подумать. Прикинь, если мы... Ну где-нибудь я там обнаружу... Не, ну она же удалена. Там ВКонтакте была она когда-то. А прикинь, если есть, запилить летсплей, ребята. Типа, ну куда, первую часть. Но иногда лучше, наверное, не трогать. Потому что первая часть, там графика была... Что-то вообще жесть, говорят. Просто стикманы дерутся. Да блин, нифига себе ты меня уделываешь, дядь. Что-то он вообще козел, блин, какой-то. Ага. Все, готов, голубчик. Давай следующего, давай. Серпами. Блин, был бы он как Зора. Это, короче, такой боец, который катану держал в зубах еще. То есть он два меча держал и еще третий в зубах. И он... Это пипец, блин, на самом деле. Прикинь, если бы еще он серп бы в зубах вот так вот держал бы, вот так. Я вспомнил еще кое-что. Вернемся к моей истории. Дядь, ну конечно, конечно. Опять напился, опять. Старые раны, погнали, ребята. В злоключениях князя виновата женщина. Она придумала, как сбросить правителя с трона с помощью магической сферы, которую доставили в порт. История сенсея, часть 4, история мести. То есть мы все познаем, ребята, вот этот весь сюжет. Оля, просто смотри, офигеть. Вдова прислала тебя забрать сферу. А не староват ли ты для такого рода поручений? Хотя какое мне дело, поднимайся на борт. Что-то дед во мне проявляется. Вдова, конечно, она приказала мне забрать сферу и доставить ее сёгуну лично в руки. Только вот сферы у меня больше нет, люди вдовы забрали ее еще вчера. Уж не знаю, кто ты, но уж я не прощаю. Протащить его под килем. Офигеть, нифига. Ловкач? Ты веришь в фортуну? Думаю, сегодня мне крупно повезет. Я заберу все твои денежки. Повезет ли тебе, старик? Офигеть, нифига себе. Ловкач. Джек-пират какой-то. Новый пират. Нет, не карибский, нет, не египетский. Нет, это, слава богу, нормальный пират. Может, вы помните этот мемчик, блин. Новый пират, блин. Лучше не слушать эту песенку. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Лунные сабли или как они? Погоди. Ну я прям его... Дядя, офигеть, ловкач, все, у старика деньги отобрали. Замечательно. Раунд 2. Отберут ли пенсию? Мне не нравится это, если честно. Так, давай. Сейчас, милок, я тебе, блин, задам. О, отлично, отлично, все, попадаем, друзья. Все, минус ловкач. Клево.
Следующий раунд, ребята. Да вот я вниз же нажимал. Ух. Все, все, замечательно, замечательно. Ловкача мы победили, чувачки. 33 гема также получили. Жик-жик-жик-жик-жик. Хорошо, кристальчики. Пантера. Угрожаешь моему капитану? Она спасла меня из рабства, и я поклялась отработать свою свободу. Пусть духи будут добры к тебе. Нифига себе. Не, ну это клево про пиратов. Мне вообще тема заходит. Блин, побольше бы, реально бы придумали. Да могли бы, кстати, придумать клевую какую-нибудь модификацию для Shadow Fight. Но там что-то не рассказывали, что там только на каких-то старых версиях вроде как работает это все, ребят. Что мы вообще ее... А, так у ней кусаригама, прикинь. Не-не, ты зря против катаны пошла, конечно. Ну вот, видишь, тупят. Начинают тупить, когда подходишь близко слишком. С кусаригамой. Ох ты, блин. Оп. Все, они уже... Ох, блин. Все, отлично, отлично, великолепно, друзья. Неплохо. Ну, на сегодня, как ты понимаешь, мы с тобой все. Оставляем пока историю, чтобы на следующую серию, ну, было интереснее все-таки там, потому что будет молодая Са. И это очень-очень будет интересно. Но сегодня, ребята, тоже будет интересненько, потому что мы с тобой идем дальше, и у нас будет новый сейчас уровень. И я хочу посмотреть на новое вот это вот оружие. Веера будут отравлять. Блин, какое клевое оружие. Но в обычной версии, конечно же, нету. Отлично. Так, чего-то не хватает, пацаны. Чего-то не хватает. Ах ты, мышь. Спокойно. Да блин, она заколебала. Вынесла, 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 вынесла. Как мусор. Во двор, какого хрена, блин. Мы уже вроде как не за сенсей играем. Чё за... Да блин, ну-ка давай. Так, есть. Есть. Отлично, друзья. Опыт мы с тобой получаем. Так, дальше у нас турнир невозможно. Выживание. Надо кое-что прокачать, ребята. Надо что-то нам прокачать. Погоди. Так, улучшить. Давай. Деньги, в принципе, есть, поэтому безумно. А, я знаю... Да, блин, я знаю, в чем проблема. Да потому что мы с тобой не получили... Давай, давай пройдем. Ладно, ничего страшного, ничего страшного. Давай пройдем. То есть, смотри, мы даже так можем пройти. Так вот делаем. Очень много, кстати, он снес. Заметил? Че он так? С
100% поддается. Очень-очень как-то вяло, как-то он просто постоянно блок ставит и все, больше ничего. Эй, дядя, ты чё, сломался? Ты чё-то вообще не дерёшься. Блин, сейчас скажу, конечно же, начал драться. Так и думал, пацаны. Ну смотри, он как будто, знаешь, специально не дерется, как-то это все... Как-то это все, блин, подозрительно, серьезно. А в чем прикол? Так, вот это уже... Ох, вот это вот пошло уже, я вижу. Угу. Замечательно. Да как так, офигеть, он просто меня уделал. Я говорю, тут как-то это все подозрительно. Он бы уже давно меня уничтожил. Что-то не то. Давай, короче, да пройдем испытание. Я так понимаю, в нем проблема. Невидимка. Офигеть. Раунд первый. Непонятно вообще, с кем деремся. Но он кулаками, по-моему, будет драться, поэтому... Вот и все. Что ты там делаешь, блин? Что это вообще? Так, есть. Супер. Так, новый уровень, скажите мне, пожалуйста. Умелец. 400 мне дали. Слушай, это, по-моему, не пахнет новым уровнем. Нет, пахнет. Новое достижение. Так, хорошо, давай посмотрим. Последний энергия Лина и задержка в использовании метательного оружия дает шанс увеличить урон. Да, мне нужна вот абсолютная энергия. Так. Хорошо, новый уровень мы с тобой получили. Теперь мы отправляемся с тобой за новым оружием. Да, покупаю вот это вот. Ух, дядь, ну это вообще камон. 55 тысяч. Фиг, блин, еще купишь шлем солнца. Не, ну это шо вообще такая пепельница какая-то. Погнали. Разрази меня гром, а ты еще кто такой? Порт закрыт, хотя бы стоит. Лично у тебя посудина, я забираю для нужд новой крови. Блин, прикольные пираты. Арр. Кракен. Да, и тут тень, боец с веерами, такой. Вот так вот. Смотри на это. Не, ну я не знаю, ну блин, ну. Он так, наверное, бы сказал, Кракен. Ты что, баба, что ли, веерами-то драться? А ты посмотри, какие они в действии. Так. Не, ну они прикольные, мне нравятся. Прикинь, против вдовы сражаться с веерами, типа. Девочки, остановитесь, помаду меняю. Строишь из себя крутого. Так, уже познакомимся. Так, несколько человек все еще остались ей верны. Здорово. О, боцман. Ух. Так, короче, дядя, пойдем в турнирчик, еще сходим, ребят, и я на этом, наверное, будем заканчивать пока что, ребят. Вот, я, наверное, 2 дня, ребята, отдохну, потому что что-то я жесть вообще устаю. Маленький перерывчик, ладно, ребята? Потом с новыми силами как раз будет все отлично, ролики. А то, видишь, я как-то вообще, как будто измученный, как изюм уже. Нифига эмоций нету в плане веселых там или чем-нибудь еще. Не, ну слушай, эти веры вообще клевые.
В принципе, тебе тоже можно зачаровать. На рейды ходить. Ух ты, гад. Но они какие-то такие, конечно, блин. Пока их бросишь, это все прям жестко. Да. Ну что ж, друзья, на этом мы с тобой пока что заканчиваем. Спасибо огромное за просмотр. Бай-бай, дорогие братки.